крошки-еноты. Эй, Сквики, угадай, в какой руке? Фортуна, вы можете выступать на разогреве у Леди Фокус. Не могу дождаться ее выступления. Кстати, я тут тоже выучил один фокус. А? Смотрите, сейчас вы увидите нечто удивительное. Я проткну пакет острыми карандашами, а вода останется внутри. Здорово! Молодец, Бак! Да, Бак, ну ты фокусник. Скаут, с каждым может случиться неудача. Это не повод для насмешек. Не расстраивайся, Бак. Ой, малыш, ты хочешь есть? Еще? Держи, дружок. Еще? Ой, моя палочка! Отдай, пожалуйста. Отдай палочку. А ну отдай сейчас же! Лучше бы Бака попросили. У него хорошо получается поливать. Скаут, перестань. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Тревожный звонок от Леди Фокус. Леди Фокус, привет! Что случилось? Привет, команда Флоры. Я тут репетировала фокус с пирожными, но пришли еноты и так жалобно просили, что я дала им парочку пирожных, а они как расшалились. Да, это ошибка. Ни в коем случае нельзя кормить диких животных обычной едой. Они могут начать себя странно вести. Именно. Они едва не съели мою волшебную палочку, а потом и вовсе утащили ее. А я без нее не смогу выступать. Команда, нам нужно найти и успокоить енотов и вернуть Леди Фокус ее палочку. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лианы! Сила репейника! Сила лотоса! Сила перекати-поля! Сила клевера! Сила Флоры! О, пожалуйста, скорее! Зрители уже здесь! В какую сторону побежали еноты? Вроде туда. Или туда? Я не помню. А я успею сходить за мороженым? Да шоу 5 минут, не успеешь. Ой-ой-ой, всего 5 минут. Спокойно. Я уверена, наши еноты тоже сладкоежки. Начнем поиски с киоска с мороженым. Мы скоро! Они. Я была права! Лиана, хват! Цепки за хват! Ого! У этих енотов скорость почти как у тебя! Фортуна, за ним!
один. Ребей, за палочкой скорей! Лишь разбуянились. Кручусь, верчусь, за енотом качусь. Ну как успехи? Палочка у вас? Почти. Что же делать? Уже пора начинать. Ну и где леди Фокус? Леди Фокус, нам нужно еще время. Надо как-то отвлечь зрителей. Точно! Бак, покажи им свои фокусы. Да у меня пока не очень получается. Ты справишься, я в тебя верю. Фортуна, где ты достала малину? Вон там, на той дорожке. Шалости енотов начались из-за еды. Благодаря еде они и закончатся. План такой. Здравствуйте. Перед тем, как на сцене появится леди Фокус, я бы тоже хотел кое-что вам показать. У кого есть монетка? Держи, Бак, но с возвратом. Монетус исчезнус. Налетайте, енотики! Бак, а ты можешь из одной монетки сделать две? Пока не пробовал. Бак! Да, Флора, я сейчас немного занят. Бак, еще фокус! У тебя отлично получается! Я слышу, ты справляешься? Отлично! Палочка у нас! Продержись еще минутку, мы скоро! Покажи им свой фирменный фокус с карандашами! Все умрут со смеху! Скаут, прекрати! Ну что, будут еще фокусы? Нет, пожалуй, пойду. Эх, жаль, не видать нам сегодня представления. Вот видишь, Скаут, к чему приводят насмешки над другом? А ведь у Бака неплохо получалось! Да я ж просто шутил! Стойте! Добрый день, мои дорогие зрители! Простите, пожалуйста, за задержку, но, как я понимаю, мой коллега Бак не давал вам заскучать. Бак, поможешь мне еще немного? Я? Конечно! Бак, ты отлично выступал! Прости, что смеялся над тобой. Надеюсь, ты возьмешь меня к себе в ассистенты. Конечно! О, хорошенький! Дружок, ты голоден? Держи, круассан! Нет! Прошу всех минуточку внимания! Кормить диких животных нашей привычной едой нельзя ни в коем случае! Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста! Дикие животные быстро привыкают к тому, что люди их кормят. Оставшись без человеческой еды, они могут вести себя агрессивно и лениться добывать корм самостоятельно. А еще такая еда может быть для них просто опасна. Спасибо, Скаут. Ребята, отлично сработано. Вам надо выступать вместе. Это идея. Ну что, Скаут, отрепетируем с тобой фокус с распиливанием пополам? Вот это номер.
на шоу «Леди Фокус» только сегодня, вечер чудес в городе Зеленый. Не пропустите! Лия, я закончил. Ну, Бак, ты не так наклеил. Не так? А как надо? Как у «Леди Фокус», конечно. Вот так. Лия, зачем тебе вообще эта шляпа? Как это зачем? Я пойду в ней на шоу, и «Леди Фокус» сразу увидит, кто ее самый большой поклонник. А можно я тоже попробую? Ну, это, фокусы. Абракадабра! Эйники-варейники! Фокусам надо учиться! Готово! Поздравляю, Сквики! Теперь ты первая в мире летающая гусеничка! Полет управляется силой мысли. Не переживай, Сквики! Представь, что ты птичка! Ура! Летит! Вики, ты в порядке? Ты уже вошел в историю как первая летающая гусеничка. Попробуешь еще? Молодец, Вики! Фортуна, нельзя разбрасывать шарики, где попало. Так можно навредить природе. Не разбрасывала я никаких шариков. Сквики, ты разбрасывал? Зеленая тревога. Зеленая тревога. Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран. Так не пойдет. Шары красиво летят одну минуту, а природу портят много лет. Видишь, это не я. Их, наверное, кто-то с облачка запускает. Шарики надувают на земле специальным газом, чтобы они взлетали. А потом газ выходит, и шарики опускаются. Кстати, на видео с этой, как ее, «Леди Фокус» тоже шарики. Появление шариков и приезд артистки могут быть связаны. Лотти прав, это нужно проверить. Ой, а можно я проверю? Пожалуйста. Ага. А заодно возьмешь у своей «Леди Фокус» автограф. Хорошо, Лия. А мы пока соберем упавшие в лесу шарики. Встретимся на шоу. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Репейника! Сила Лотоса! Сила перекати поля! Сила клевера! Сила флоры! Добрый? Нет-нет, прекрасный! День чудес и волшебства! Обожаю этот фокус! Ой, можно взять у тебя фотограф? Ой, то есть автограф? Спасибо! Какая замечательная шляпа! Тебе нравится? Ура! Только она, ну, не волшебная. Чаю? Надеюсь, Лия не забыла про шарики.
Это же Лия, она ничего не забывает. Спасибо, что помогла мне украсить сцену, Лия. Не за что, я рада помочь. Бак, смотри, шарик! Где? Шучу! Мне они уже мерещатся. Ого! Смотрите! Ребята, Леди Фокус такая классная! Она мне постер подписала, а еще... Лия, шарики, ты что, забыла, зачем сюда приехала? Ой, кажется, да, немножко забыла. Но они же привязаны, так что все в порядке. Я сама привязывала. Давайте скорее, сейчас начнется. Флора, а можно стрековизор сделает фотографии? А сейчас пришло время последнего трюка. Пусть день будет еще праздничней. Надо остановить шарики, пока они не разлетелись. Ребей, по шарикам бей! Что значит бей? Прекратите портить праздник! Лучше испортить пару шариков, чем природу. Лия, запульни-ка меня в небо. Ага. Ничего себе! А что, так всегда можно было? Ой-ой, теперь понятно, почему мы так раньше не делали. Садись, Бак! Морти, шарики падают в воду! Угу. Ой, а где Сквики? Сквики! Сквики, старайся управлять силой мысли! Вики, ты цел? Я этот трюк только вчера придумала. На выступлении в соседнем городе. Теперь понятно, откуда в лесу появились шарики. Их принесло ветром. Беатрис, расскажи нам о шариках. Запущенные шарики со временем опускаются на землю. Попадают в леса и водоемы. Это приводит к загрязнению природы и вредит животным. Украшать шариками праздник – это хорошо, но надо потом их убрать. А еще надо не забывать о деле, которое тебе поручили. Извини, Флора, я не хотела вас подвести. Главное, что ты это поняла, Лия. Теперь больше никаких летающих шариков, только фокусы. Вот только... Возьми мою, Леди Фокус! Пусть эта шляпа радует всех, а не только меня! Это настоящее чудо! Спасибо, Лия! А теперь, Сквики, давай починим твой пропеллер! А? Сквики, постой! Похоже, Сквики понял, что больше летать не стоит! Вот что значит сила мысли! Остров мусора. Наконец-то я могу расслабиться и отдохнуть от фокусов. О, это же Леди Фокус! А? Здравствуй, Леди Фокус! Пончики, круассаны, свежие кексы. Мой звездолет к твоим услугам. Куда нам мчать? Ой, ничего не надо, спасибо. А можешь показать фокус? Хотя бы один. Фокус? Конечно.
Еще! Еще! Браво! Еще! Фокус! Внимание! Совсем новый фокус! Испарилась! Мои круассаны! Ни лимоны, ни варенье, а чудесное печенье! Опять не получилось! Чтобы в тарелке появилось печенье, его сначала нужно принести, а не махать по воздуху игрушечной палочкой. Много ты понимаешь в фокусах. Вот если бы здесь была леди Фокус, она бы показала, как правильно их делать. Ни лимоны, ни варенье, а чудесное печенье! Леди Фокус, как здорово! Поучишь меня фокусом? С радостью, но попозже. Представляете, совершенно негде отдохнуть. Везде меня узнают и просят показать фокусы. Вот был бы какой-нибудь совершенно безлюдный пляж. Есть идея. Беатрис, поищи, пожалуйста, в море необитаемый остров. Запускаю поиск со спутника. Найден один необитаемый остров. Как здорово! Вот бы поскорее там оказаться! Возьми рацию, ведь остров далеко, стрековизоры туда не долетают. Спасибо! Красота! Какое блаженство! Тут меня никто не потревожит. О! Леди Фокус, прием! Это Лия! У тебя все в порядке! Да, Лия, не беспокойся, все хорошо. Леди Фокус, прием! А как делать этот фокус с исчезновением под полотенцем? Я покажу, когда вернусь, ладно? Леди Фокус! Леди Фокус! Так лучше. Теперь можно спокойно позагорать. Как хорошо! Теперь можно отрепетировать новый номер. Где мой чемоданчик для фокусов? Ой, что это? Педали не крутятся, застряли. Леди Фокус, прием! Леди Фокус! Леди Фокус не подходит. Это неудивительно. Просто ей хочется побыть одной. Не переживай, Лия. Если бы с Леди Фокус что-нибудь случилось, она бы обязательно с нами связалась. Да, ребята, наверное, вы правы. Ой, а где моя волшебная палочка? Кажется, ты оставила ее в штабе. Что же делать? Рация! Магия и грация! Да вернется рация! Кругом один мусор! Я пропала! А! Вот ты где! Смотрите, это надпись на острове, куда отправилась Леди Фокус. СОС. СОС. Ой, а что это значит? Так пишут, когда зовут на помощь. Леди Фокус в беде, нужно скорее ее спасать. Но как мы попадем на остров? Он ведь очень далеко. Так, спокойно. Мы с Лия полетим на флоролете. Лотти, поплывешь на серф-листе.
Остальные остаются в штабе. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лианы! Сила лотоса! Сила Флоры! Сколько мусора! Откуда он здесь? Приплыл из моря. Из моря? Неужели где-то произошел огромный сброс мусора? Может, это инженер что-то испортил на мусороперерабатывающем заводе? Выясним, когда вернемся. А сейчас давайте соберем весь этот мусор в кучу и заберем с собой. Здесь его оставлять нельзя. Суперлейка, воду полейка! И захват! Мой чемоданчик для фокусов! Леди Фокус, осторожно! Спасибо. Ребята, но как вы здесь оказались? Так же, как и леди Фокус. Как же теперь быть с мусором? Нам не хватит сил его утащить. А что, если превратить его в плот? Я случайно оставила ее на пляже. Так вот откуда в море эти мусорные острова. Они образуются из такого вот оставленного или брошенного на берегу мусора. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Моря и океаны полны мусора. Некоторые мусорные острова уже достигают размера целой страны. Мусор сильно вредит морским обитателям. Если не остановить его распространение, то скоро он будет повсеместным. Какой кошмар! Я обещаю больше никогда не оставлять на пляже мусор. Прости, что выключила рацию. Да ладно, я сама виновата. Не давала тебе отдохнуть. А пойдем пить чай. Заодно научу тебя новым фокусам. Ой, леди Фокус, говорят, ты придумала фокус с полотенцем. Покажи нам, пожалуйста! Конечно! Смотрите! Вуаля! Ого! Испарились! А вы не хотите помочь нам с другим фокусом? Нужно, чтобы весь этот мусор тоже испарился! Есть идея! Повезли его ко мне на завод! Будем перерабатывать! Ура! Фортуна, дай, пожалуйста, отвертку. Молодец, Сквики. Флоролет исправен. Бак.
Замена колеса есть. Лоти, общий техосмотр. Сделано. Скаут, смазка соединений. В работе. Лия, проверка тормозной системы. А где Лия? Лия сказала, что займется своим багги позже. Сегодня у нее важное дело. Странно. Что может быть важнее дел команды? Я так рада, что ты позвала меня на свою фотосессию! Это для журнала «Мир фокусов». Там хотят фотосессию из самого экологичного города мира. То есть из города Зеленый! Как здорово! Ага, будешь нашим экспертом по растениям? Конечно! Я знаю о растениях все! Почти! Отлично! Нам для фотосессии нужен какой-нибудь красивый фон из растений. Красивый? Как насчет этого цветочка? Думаю, он подойдет к моей шляпе. Как-то пустовато. Может, надо больше разноцветного? Тогда давайте там. А теперь меня не видно. Вообще нужно что-то необычное. Необычное и красивое. Где же взять необычные красивые растения? На базе есть цветочный атлас. Посмотрю там. Я скоро вернусь. Моноцикл готов. Привет, ребята. Привет, Лия. Где же ты пропадаешь? Все уже закончили техосмотр своего транспорта. Лора, прости, завтра я все-все-все сделаю. Просто сегодня у нас с Леди Фокус очень важная фотосессия про наш город. Ух ты, здорово. Ага, журналу «Мир фокусов» нужны фотографии Леди Фокус на фоне самых необычных растений. Это все хорошо, Лия, но в первую очередь нужно разобраться с делами команды. Ничего страшного не случится, если я займусь делами команды чуточку попозже. Кстати, вы не помните, где лежит цветочный атлас? Зеленая тревога! Зеленая тревога! Вы только посмотрите! Эта штука разрослась по всему огороду! Ой, какое красивое растение! Красивое и необычное! То, что нужно! Ага! А еще и очень опасное! Это же борщевик! Беатрис, расскажи об этом растении, пожалуйста. Борщевик сосновского – ядовитое растение. От контакта с ним кожа человека теряет защитные свойства, из-за чего становится уязвима к солнечным ожогам. Для уборки борщевика лучше всего обратиться в специальную службу. Фермер! Ни в коем случае не приближайся к борщевику! Мы сейчас приедем! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Клевера! Сила Перекати Поля! Сила Репейника! Сила Лотоса! Сила Флоры! Раствор, который избавит тебя от борщевика. Только цельтесь аккуратно, не попадите в другие растения. Ура! Получилось! Опасный борщевик больше не опасен. Берите по шлангу и поливайте борщевик. Только не пропустите ни одного кустика, иначе он снова разрастется. Молодцы, ребята! Еще немного, и мы полностью очистим ферму от борщевика! Лия, куда ты запропастилась?
получилось! Мы тут такое место для фотосессии нашли! Полюбуйся! Красиво, да? Приезжай! Леди Фокус, нет! Это опасное растение! Связь пропала! Надо срочно спасать их от фотосессии, то есть от борщевика! Но мы же не можем бросить ферму, иначе борщевик снова здесь разрастется! Я установила, откуда был звонок! Координаты в ваших багги! Лия, Лотти и Бак, езжайте к Леди Фокус с туристом! А мы пока закончим очищать ферму! Приготовься, турист! Как только я залезу в эти удивительные растения, начинай меня фотографировать! Держись, Леди Фокус! Мы уже едем! Ой, что это? А-а-а, помогите! Я потеряла управление! Лия, тормози! Не могу, тормоз не работает! И руль тоже! Суперлейка, воду полейка! Впереди озеро! Не бойся, Лия! Я спасу тебя! Репей лебедка работает четко! Готово! А теперь тормозим! Бак, Лотти, спасибо! Если бы не вы! А ведь Флора говорила, что надо проверять тормозную систему. Да, Флора была права. Ой, нам же надо спасти Леди Фокус и туриста. Время стоит, когда скаут летит! Скаут! После техосмотра мой моноцикл стал еще быстрее. Помочь нам с фотосессией? Прости, Флора. Больше я не буду откладывать дела команды на потом. Они важнее всего остального. Я рада, что ты это поняла. А откуда у нас взялось столько кустиков этого опасного борщевика? Беатрис, расскажи, пожалуйста, об этом. Изначально борщевик Сосновского произрастал высоко в горах Кавказа. Но потом им решили кормить животных и засеяли борщевиком сельскохозяйственные поля. Позже выяснилось, что растение опасно и быстро распространяется. Борщевик обжился в новых тепличных условиях и стал стремительно заполнять собой поля, фермы и города. Как хорошо, что мы прогнали его из наших мест. Да уж, не любое красивое растение можно трогать. Спасибо, что остановили нас. Жаль только, что сорвалась такая хорошая фотосессия. Где же нам найти другие необычные и красивые растения? Необычные и красивые? Кажется, я знаю решение. Ведь самые необычные растения нашего города – это чудо-растения!